Здравствуйте всем! Сегодня выходной, погодка благоприятствует, не жарко, не холодно, так облачно. Вот выбрался на очередной кооп, на новое место. Посмотрел по старым картам, вот здесь вот где я стою, когда-то проходила дорога. Тут видно, что такая вот низинка такая, и вот она куда-то в березняк уходит. Поле такое удачное, выгоревшее. Вот, хочу походить, посмотреть. Правда, при входе висел шлагбаум, написано «частная территория», въезд запрещен. Но поскольку я не заехал, а зашел, то буду считать, что мне можно. Пока не появится владелец и не выгонит меня граблями. Ну ладно, будем искать, ходить. Что найду, покажу непременно. Ну вот, сигнал погудел. Первая находка. Вот такая вот пуля. Нехилая. Да, такой в лоб попасть, все. Что жил, все зря. Интересно. Тут уже кто-то был до меня. Вон ямка незакопанная. Наверное, не так давно, кстати, да. Ну ладно. Первая находка есть. Идем копаем дальше. Сейчас сигнальчик прогудел, нашел какую-то накладочку, вроде как даже посеребренная сверху. Ничего не видно, ну, наверное, конина какая-нибудь. Ладно, дома отмоем, посмотрим. Еще сигнал прогудел, пока не знаю что, давайте смотреть вместе. Пусто. Пусто. Нету ничего. Нету ничего. Опа, вижу. Так, это у нас какая-то втулка цветная, непонятная. Медная. Грязно не видно. Ладно. Дом отмоем, позырим. Опять прогудел сигнальчик. Давайте смотреть. Что тут есть вообще? Ой. Очень тяжелая земля с корнями. А, вижу. Опять бухарский дирхем. Прорабочка. Ладно, бывает и хуже, но реже. Идем дальше. Опять сигнал. Давайте еще раз посмотрим, что тут есть. Ух, какой ком. Ух, эх, силушка моя богатырская, где? Так, нету ничего. Прям даже не знаю, ребят, как вам его тут пороть-то. Видите? Ой. Ой, ребят, наверное, давайте я его раздербаню сейчас, а потом, что там окажется, я уже покажу. Одной рукой, ну никак мне. Казалось, там фольга зубной пасты. Или от крема от какого-то. Все, идем дальше. Ну вот опять прогудело, прозвенело. Выпала вот такая вот штучка какой-то. Непонятный кулончик с колечком. Вот такое вот изображение, тут никакого не видно. Но вещь занятная. Такой похож на лепесток блесны. Да и вообще на лепесток. Прикольно. Ладно, неплохо сегодня, я считаю. Идем дальше. Еще один сигнал и очередная пуля. Тоже такая не детская нифига пулька. Это я не знаю даже какой калибр. Так, если по размеру, по миллиметрам, миллиметров, наверное, 12. Идем дальше.
Еще одна находочка, ребята. Это вот такая вот штучка. Какая-то ручечка, наверное, от какого-нибудь комода. А может и нет. А может это пряжечка какого-нибудь ремешка. Вот такая вот. Может, да, на пряжку больше похоже. Два зубчика таких под дырочки. Слово сказать, хожу возле какого-то заросшего пруда. Прям по бережку. Ну вот так, что-то пиликает, гудит потихонечку. Сегодня пустой не уйду. Ладно, идем дальше. Вот опять сигнальчик. Опять попалась какая-то накладка. Тоже какая-то она непонятная, блестючая сверху. Вот такая вот. Интересно. Возьмем. Еще сигнальчик прогудел. Сначала подумал, что это монета. Я уже вижу, что это. А потом я понял, что это не монета. Это какая-то шляпа какая-то. Вот тут какое-то посеребренное, наверное, покрытие все же. Мне кажется, что это убитая крышка от часов. От карманных. Скорее всего. Но я могу ошибаться, конечно. Просто мне попадалось нечто похожее. Но там, правда, ну-ка сейчас потрем, посмотрим. Какое-то клеймо, да, похоже, это крышка от часов. Что-то там проглядывают какие-то буковки. Клейма. Ну да, ага. Ладно, дом почищу, посмотрю. Покажу. Нащупала еще одна штука. Это ключ. От квартиры, где деньги лежат. Какой-то ключик симпатичный. Вот я так и хожу по этой дороге, по старой, которой уже нет. Вокруг этого пруда прошелся. Ну, даже кто-то ходил до меня. Видно, копано. Но мы не унываем. Продолжаем поиски. Копал-копал, выкопал такую яму. А в ней пробка. Пробку выкопал, позвонил еще раз. И попалась такая вот фиговина от часов. Зубастая. Сейчас еще раз позвоню. Может еще что есть. Видите? Так, это у нас лопата. Ну и все. Больше ничего нету. Вот идем дальше. Все, сигнальчик. Еще одна гильза. Уже на штук 10 я их выкопал. Не стал просто снимать. Ну вот так вот. Возьмем как цвет мед. Постреленный уже. Ну вот так и хожу возле этого пруда. Вот по горочкам, по этим вон там трасса, дорога. И еще один сигнал. Выпала такая здоровенная блямба. Тоже какая-то накладка куда-то с петелькой. На сундук на какая-нибудь или еще что. Такое массивное. Возьмем, как цветной металл будет. Ну, наконец-то, ребята, первая монета попалась. Еще не смотрел даже, какая что это такое. Так, сколько-то копеек серебром. Старая на Николаевская. Да. Одна копейка серебром, что ли. Плохо видно, дома отмоем, посмотрим. Ну вот, а то я думал, что совсем сегодня без монеток уйду. Интересно. Хорошо. Ну ладно, еще туда похожу немножко. Вот так вот. Еще одна пуля попалась. Опять такая здоровая. Гаубичная. Прям тут кого-то гоняли в свое время. Это вот лося, наверное. Вот такая вот пуленция. Она в коллекцию пойдет.
Идем дальше. Ну вот, сегодня моя эпопея закончилась. Ветерок такой поднялся, но тепло относительно. Так что пойду потихоньку к дому. Всем спасибо за внимание, до новых встреч.